Некоторые новейшие образцы военной техники, которые на этой неделе показывают в парке «Патриот», задействованы сейчас и в масштабной внезапной проверке боеготовности. Например, боевые машины десанта БМД-4М. Их использует штурмовая бригада из Ульяновска. К проверке подключаются все новые подразделения. Так, по тревоге подняты горные стрелки в Туве. К отработке задач приступил и Тихоокеанский флот. Кроме того, задействована авиация. Десятки истребителей, бомбардировщиков уже на других аэродромах за тысячи километров от своих баз. Внезапная проверка боеготовности, напомню, стартовала накануне и продлится до субботы.